проводятся мероприятия как в Усольском районе, так и в Ангарском районе по усилению противопожарного режима. Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано ввести на территориях особый противопожарный режим. Сейчас на месте пожара работает оперативно-следственная группа, сотрудники испытательной пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы, сотрудники полиции, Следственного комитета. Предварительная причина пожара, которую рассматриваем, это нарушение правил эксплуатации электрообогрева. Связано это с тем, что на месте пожара обнаружены остатки электрических обогревательных устройств. И также во дворе дома стояли два автомобиля, которые находились на электрообогреве.